Приветствую вас, друзья! Вы на канале «Все для клёва». Мы с вами на Днестре. Сегодня суббота, 15 декабря. Лед потихонечку начинает сковывать нашу речку Днестр. Вот. Вы видите уже. Речка остыла. И уже потихоньку уже несет вот лед у нас по центру. Но еще есть такие прогалины еще без льда. И сюда мы попробуем покидать и половить хищника. Берег замерзший такой. Сейчас минус где-то 3-4 градуса мороза. Вот. Я приехал с Тарасычем. Александр Тарасыч и Александр Сан Саныч. А? Редкий подписчик. Редкий? Да, у него в детстве была кличка Прунчик. Да? А сейчас, да. Это Сан Саныч. Добрый день. Здравствуйте. Это Тарасыч. А сейчас это... Приветствую. А сейчас это половозрелый прун. Вырос уже, когда за полтинник стал половозрелым пруном. Ну, вы не обращайте внимания, мы уже по 25 грамм коньячка выпили. А что делать? Ну, а как без этого? Все нормально. Мы собираемся редко. Ну, да. А дедушка Днестр нас без этого дела не полюбит. Чёрт. Просто, да, просто, да, да. У нас просто еще с Тарасовичем у нас наши, так сказать, родители, отцы, да, нас к этому приучили, и мы очень почитаем эту всю херню. И... Да. Ну, дело в том, что... Чтобы только разогнать кровь так, 25 грамм. Не в том дело, мы традиции очень почитаем. У нас что... еще плюс оба батя рыбаки. Да. Причем такие были. Царство им небесное, конечно, уже покойные, но такие рыбаки серьезные, что я вам скажу. Мы приходим там с снастями, такие все пузатые, там, да, там что-то у нас там хорошее есть. Такое. Сидит мой папа, вот такой вот спиннинг с арматурки, ленинградская катушечка такая, там это вот это. Мы пока там ходим, что-то мутим, там стараемся что-то поймать, приходим, а у него уже рыба лежит, там судак лежит, то лежит, все лежит. Я недавно перебирал гараж, кстати, и все пруты, ну, хотелось выбросить все, но все оставил, все вот эти стальки, все вот эти, как называются эти все... Ленинградские эти удилища? Да, ленинградские удилища и все, просто рапиры, просто вот положил и думаю, вот как, хочется попробовать, колд-шоу, интересно вот... Проверить. Не то, что проверить, я тоже на них ловил, но вот не хочется просто это все прощаться с этой всей историей. Интересные вещи. И... Они иногда стреляют. Они не иногда стреляют, они просто работают. Все ручной работы. Так, вот у нас лед несет, смотрите. Все-таки несет его. Прекрасно. О, народ еще пробивается, о, по льду, слышите, как пробивается на лодке, на катере. Через лед. О, треск пошел. Ладно, пойдем готовить снасти. Если я попробую сегодня на джиголовочку, где-то грамм 14 попробую, для начала. У меня, по-моему, 3,15 или 3,12 грамм тестом. Но есть и 10,40 я с собой взял. У меня сороковник. Сороковник, да? Вот такая. То есть Тарасыч будет ловить, я так понимаю, на 28 грамм, да, джиголовку? 24-25. Да не джиголовку, а чебурашку. Шикарно. Ага. Вот такой, 2,70. Ага. 152 грамма вес. 152 грамма? Да. Для такой дуры очень даже легко. Ага. Ну да. Вот у меня 10,30. Ага. 10,30, у Тарасыча 10,40. 10,40. Да. А я возьму поменьше. То есть хирургический получается? Да я не знаю, какой он там
хирургический, гинекологический, это роли не играет. Три, все. Но в целом и все. Вот так вот эти чики, и ничего не рвется, ничего, вообще ничего. Все, ага. Даже думать не надо. Это вы шнур с флюорокарбоном? Да. Или леска, что это у вас? Шнур у меня, шнур, это да? Шнур. Вот я вам, видите его, я уже палец порезал, ну его нафиг. Я понял, ладно, хорошо. 80% крепости на узле, здесь считается. Мерзает кончик. Так кончик обмерзает, то что, проблема. Высунька пшикайте на меня, Николай. Не надо пшикать? Надо. Давай. Что вы стоите, да? Ничего пока нет. Вон Сан Саныч стоит. Тарасыч пошел вперед. Короче, надо ходить искать. Искать щуку. Вон Тарасыч. Во льду, да. Одно кончик. Вы же не попшикали силиконом? А вы попшикали? Конечно. Блин. У вас свои привычки. А у меня свои. Беру силикон и начинаю пшикать. Только уберите сначала лед. Вон там он тоже, вон, в этом. И вот этот, который возле пальца. Угу. Может, не, шнур? Шнурочек херовенький, да, может быть? Не, я имею в виду, может быть, да нет. Шнурочек такой, что я хер порвать могу. Может быть, шнурочек побрызгать сам, чтобы он не обмерзал. Ну да. Ну. Этого льда тут немерено. Но я не могу об лед резать, я уверен в этом. Это не режет, он просто держит его. Поймали. Кормушечка. Ага. И шнура дофига, сейчас смотаю. Пока первый улов у нас. Кормушечка. Саня, он еще что-то поймал. Да? Я метку поймал, но он нормально. Друзья, пока кроме веток и кормушек больше ничего не ловится. Тарас, и что-то колдует. Что там у вас? Блесну выбили? Не. Какую будет ставить? Вот это что в зубах. Ох, ё-моё. Это ужас. Это же ужас какой-то. Это не ужас, это правда жизни. Так. Это что будет, как это одной проводок? Да не, просто подцеплюсь. Да что тут колдовать, Николаевич? Оно не ловится, ни фигули. Ну не ловится. А что у вас что ловится? Да. Не, ну поймал. Поймал. Что там я поймал? Одну щуку. Щучку. Трудно сказать, что это щука, да. Щучечку. Ну щука, щука такие, ну. И на ладошку щука, да елки-палки. Да не, на ладошку-то вообще занадто. Тяжелая. Да, так она как щука, ёпта, театр. Маленькая. У нее морда лица, как у щуки. Морда лица, как у щуки, так щука так сильно разбирается там. Своих видит, знаете. Она своих жрет, блин. Не, ну это я знаю, но я просто думаю о том, что ну не может такого быть, чтобы она там прям сильно разбирала. Своя она или не своя. Все, Николай, страшно? Да, вот сейчас тут арсенальчик, ешкин кот. Блин, силикон. Силикон, блин, блесна. Вот никого его не показывайте, бо он просто... Не, всем покажу. Он просто ужасный. Да ладно, Тарасыч.
все с этого смеются обычно, потому что сейчас все продвинутся. Смеются, не смеются, а ловите вы в основном. Где я ловлю? Я постоянно. Сегодня ничего. Ну так бывает и на старуху, как говорится, проруха. Бывает. Еще, во-первых, не вечер. Сейчас вы покажете всем. Одно место в гармонии играет, знаешь? Сейчас Тарасыч покажет. Who is who и what is your name. Ого! Вертушка какая классная. Покажи. Класс. Тяжелая такая, да? Видите, только в воду. Супер. Ну-ка. Сейчас клюнет. Ага. Наверное. О! Трава клюнула. Ну трава тоже неплохо. Бывает и трава. С уловом в руках. Надо вот так держать. Большая получалась. О, Николай, да вы такие рыбаки. Больше головы рыба. Чем ближе поднимаешь, такая кажется большая. О, так это такие щука, блин. А вон идет, видите, скиталец. Держите, я ловить собрался в рыбу. Демонстрируйте всем. Сан Саныч, ну что у вас там, как? Как обычно. Вчера и завтра. Как обычно? Как обычно, вчера и завтра будет. Как обычно, да? Ну да, как обычно. Не, все хорошо, но... Ну понятно. Как-то сегодня. Угу. Вот такой красавец. Красавец, да. Друзья, я скажу, что вы сейчас находитесь в треугольнике трех Александров. Да. Поэтому можете смело заказывать желание. Да, загадывать на Новый год. Обязательно все сбудется. Давайте проверим. Я заказываю судака. Мне 2,5 килограмма одного половина. А хватит, да? Судака. Так, Тарасыч, вы что? Ничего. Вам ничего? Нет. Понятно. А я себе закажу сейчас еще одну щучку. Я хочу быть реалистом. А вы говорили, чики и такие щука приличная, да, Николай? Нет. Судя по вашему радостному лицу, это не просто щука, это монстр. Палец уберите, чтобы в объективе не было. А его, что он есть? Не, есть в объективе палец, извините. Вот оно, фрикцион работает. Вот он, демон рыбалки. А ты, Александр, завидуй. Где она? Нормальная. Нормальная. А вы говорили. Саня, что ты домой, я глянь, как зажрала. Нифига себе. Красотуля. И кто в нас рыбак сегодня? А? У-ху! Аллилуйя! На что, на сиреневую? Да, на сиреневую. Силикончик. Вот какая красавица. Да, да. Пронаблюдайте. Зима. Красавич, просто понимаете, я реалист и загадал между вами желание просто щуку. Да, да, просто. Просто вторую щуку. Нет. И вот у нас сбылось. А ты почему судака не поймал? Крокодил, дил, плывет. Держи, тебе заказывать. Ну вот, ты понимал, что ловит, Саня. Тот, кто хочет, у кого самое большое желание поймать. Демон ночи, Александр Николаевич. Продолжает долбить. И что-то еще и приличное, да? Да, что-то. Саня. Что-то зацепился, по-моему. А, там зацеп. Ёшкин кот. Так то не рыба. То не рыба. Такое тоже бывает. Не рыба. И что, и не было рыбы? Ну так попустите, может она уйдет вместе с этой херней. Все, природа нам говорит о том, что пора идти домой. Да. Зацеп, ёшкин кот, ну. Ничего особо, фура наверх.
Николаевич, вы не замерзнете, это уже полчаса тут стоите. Давайте домой собираться. Я уже в свои, хожу по улице, вы в воде тут стоите. Что, я, сейчас, я замерз дико. Как уже полчаса стоять можно в воде? Сейчас уже скоро уезжаем. Сейчас еще может быть одну щучку поймаем. Но вообще сапоги теплые. Там внутри есть носок теплый. Что-то мне не верится. Ну, я в своих седьмого замерз сзади. А у вас, смотрю, нормально. Сейчас, а что рыбалка? Что рыбалка? Как, ну, что скажете? У вас все хорошо, у нас все нехорошо. Чего это? Ну, потому что специалисты, они ловят, а вот такие, как мы. Рыбалка есть рыбалка. Рыбалка нормальная, просто она бывает удачная и неудачная. Сегодня у меня неудачная, у вас удачная. У Александра Александровича у меня было один удар. Слегка неудачная. Мягко говоря. Да. Друзья, вы были на канале «Все для клёва». Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все для клёва». Ну а все, что использовал на рыбалке, вы сможете увидеть в описании к этому видео. Всем удачи, всего хорошего. Встретимся на рыбалке. Пока.